Так, друзья, ну конкурс очень простой. Здесь лежат маленькие приятные подарки, а где-то неприятные подарки. Вот, пожалуйста. Здесь полный бокал вина, и это туалетная бумага. Нужно протянуть как можно дальше. Чем дальше ты протянешь, тем больше шансов, что у тебя разорвется бумажка. Давай, Стара, ты первая. Погнали. Наташа. Резко дергай. Баб, подожди сейчас секунду. Сестра, резко дергай. Вот так, да-да, резко-резко. И все, она намокла. Сестра, надо тащить, я тебе говорю. Сестра, надо тащить. Давай. Сестра, давай, тащи, давай, тащи. Давай. Тащи, я сестра, не понимаю, сразу. Ты опять выигрывает, что ли, же? Да, мне похоже, да. Мне бумажка, чтобы она не выиграла. Это нечестно. Ну, у тебя намокло просто, ты сама намокла. Где? Вот здесь. Сестра, выбирай. Нет, вот здесь. Вот это? Поднимай. Это самый крутой приз, который Милаша подготовила. Оливка. Это она была целая, но Милаша решила, что она должна быть разбита. Тащи, мам. Тащи. Ну, как пенсионерки хотят, а? Да, ну, опа, потекло. Да, нормально, мам, пока нормально. Конкурс. Сейчас будет намокать, тащи быстрее. Вот ваш подарок. Иди, забирай. Открывай. Непонятно, что там. Так. Оп. О, денежка, я смотрю, вам везет. Ты специально сначала гостям сказала, а потом нам, чтобы остались все деньги? Дайте, я протру. Так, все, болеем за Юлю. Давайте. Давай. Юля, Юля, и по столу стучите. Давай. И стучите по столу. А, Юль, я уверен, что это не другой. Где поднимай, что там? Первый стакан. Первый. Татьяна Аркадьевна. Поднимите, пожалуйста, девушка, первый стакан. Поле чудес. Оливка? Мне кажется, получше, чем оливка. Бабушка. Бабушка, бабушка. Нормально, бабушка. Пенсионер, смотри, а? Ты бабушка. Почти. Да вы не дарили ей. Ай-яй-яй, пятерик наш, наш пятерик. Нет. Бабушка забрала. Я не буду. Что, иди клади еще 5 тысяч. Да, очень нужны деньги, поэтому у него трясутся руки. Давай, сынок, вещи делай. Ой, Стасон. Ты быстрее, пока не намокло, Стасон, надо тянуть. Надо тянуть, пока не намокло. Давай чихнем туда. Ну что? И Стас четко выигрывает 5 тысяч. Да, в смысле? Как они все это делают? Все куплено, я больше не буду. Милаш, мы уходим из этого дома. Нифига себе. Давай. Долито все, потом деньги. Будете говорить, что у меня не долито. Ты же долила? Да. Папа. Не. Это легко. Я уверен, что там 4 тысячи лежит. Открывай. Косарь. Оп, как с куста. Видели? Да. Ксюша. Опять не долила, да? Да, там все долито. Ура! Я бы посоветовал, но у меня самого не получается. Бабушка. Ой, надо быстрее тащить. Я поняла, как это работает. Уже 10 копеек. Я уже выиграл, я уже победитель. Сережа, отойди. Наташ, ударь его. А Уля, она уже разлила. Я бы на твоем месте... Ну, это как бы уже что-то, Юль. Ну. У меня как бы 1010 копеек. 1010 копеек. Ну, так, все, последний, давайте. Я сейчас вытягиваю пятерок, и мы уходим. Мы сейчас Стасу. Куда вы уходите? От нас? Все. Поставить на промежутке этого, и что-то то не оторвется. Сереж, не трогай меня. Сереж, отойди от нее. Это нечестно. Надо долить, смотрите, мне там не надо. А ей уже можно не доливать. Ты хочешь, чтобы она все-таки выиграла? Да. У тебя полстакана полналит, ты все равно. Какую выбираешь? Вот эту? Ну. Ближе к этой, да? Нормально. Итак, Сереж, а теперь вскройте то, что осталось.
Мне кажется, везде остальные деньги болтан лежали. Болтан. Ну что, второй оптимальный? Оливковая. Нормально. Везде были деньги. О, шоколадка. Целая. Я 1000 выиграла. Целая оливка. Блин, а как вы умудрились попадать в монетки, когда везде лежали бумажки? Реально, везде, смотрите, остались деньги. Так, забирайте деньги. Так, кому мы должны? Мне. Мы всем прощаем. Ладно, отдадим вам. В общем, у нас в итоге выиграла Ксюша 5000, Стас 5000. И бабушка. И бабушка. Вот 5000 делитесь.